Первое, что нет жертв. Второе, значит, что система теплоснабжения находки не будет нарушена. Работают котлы, все работают в штатном режиме, запасы мазута есть. Вот. Но сейчас предстоит устранить все эти последствия тех экологических ущербов, которые нанесены природе. Вот. То есть убрать мазут со льда озера. Вот. Хорошо, что это было в зимнее время, он застыл. Прибывают люди, прибывает техника. Сейчас после уборки льда начнется выпиловка льда и погрузка его и вывоз туда на полигон для сжигания. Поэтому следственные органы сейчас разбираются, что произошло с этой емкостью, почему произошел такой взрыв. Значит, решением КЧС Находкинского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации, что позволит тратить средства резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.